Всем привет, друзья, и вы на канале Ceiling Sky. Сегодня мы с вами продолжаем играть в игрушку под названием Vampire Survivor. Ну или как-то так уже, извиняюсь за мой английский. В прошлый раз мы с вами поиграли нашим первым персонажем, которого нам дают, да? А сейчас мы можем выбрать персонажа другого. Также у нас есть еще power-up. Получается, мы можем прокачивать... да, получается, и армор, да, и различные, я так полагаю, плюшки нашего персонажа, ведь так я соображаю. Как раз-таки мы на этом и закончили, что мы там подсобирали немножко денежек, не сильно много, конечно, но я думаю, как бы что-то сможем купить. Так, это, соответственно, броня, это макс ХП. Восстановление? Восстановление ХПшки? Можешь восстановление ХПшки взять? Хотя, в принципе, бегай и... собирай, может быть, скорость. Вот это у нас отвечает за скорость, да? Подожди, скорость перемещения. Скорость и перемещение. А вот это получается урон, да? Увеличить наносимый урон. Или урон. Ну, давайте урон возьмем, в принципе, за 200. У нас есть еще 96 копеечек, монеточек. И вот, мы, получается, играли за Антонио, у него был хлыст. Правильно? А у нас сейчас можем мы открыть за 10, 100, 500. Так, за 10 мы можем открыть Имельда. Так, правильно я произношу, интересно? Ну, как бы, как-то так, наверное. Имельда, ну да, по ходу дела Имельда. Она получает на 10% опыта каждые 5 уровней. У нее, короче, много опыта получается. А она кто такая? Она маг какой-то? Ну да, палочка вот эта. Ну, поехали. Ой-ой-ой. А как мы так будем собирать? Она стреляет куда желает, я так посмотрю. И не факт, что мне надо, например... Ой-ой-ой, по мне уже зарядили. Отлично, ну прокачалась. А, мы также и можем хлыст взять. Блин, ну у нас же магичка. Давайте книгу возьмем. Ну, хотя книга нам сейчас вообще никак не поможет, потому что она там... не очень часто выходит и не сильно много... получается, убивает пока что. Так, надо мышку брать. Я просто начинаю мышкой руководить, и она у меня мелькает перед экраном. По сути дела, здесь же только руководить мышками и думать, что лучше для прокачки взять. Что за фаер? Что там? К нам будет кидаться меч? Или как? Еще раз книгу взять. Стреляет случайного врага, но наносит большой урон. Стреляет случайного врага и наносит большой урон. Блин. Стреляет случайно. Ну она так, типа один раз выбегает. Давайте хлыст возьмем. Все-таки с хлыстом мы начнем как бы как-то больше, мне кажется, прокачиваться. Хотя наш магический луч, в принципе, стреляет туда, куда надо. Убить бы вот эту летучую мышь было бы неплохо. Но мы ее просто не можем убить. Опа! Давайте магический, да?
Это больше хп. Надо ли нам больше хп? Блин, нам нужна атака. Однозначно нужна атака. Это наша основная атака. Давайте-ка ее. Кстати, мы убили летучую мышь. Типа вот эту топочку. И че, она нам ничего не дала? Ладно. Супер, она качается просто как бы со скоростью света. Очень быстро прокачка. Но с другой стороны, что мы можем ей выбрать? И что же бы ей надо было бы? Уменьшает время перезарядки орудия. Ну, кстати, тоже неплохая вещь. И получается дамаг. Да, ну давайте-ка уменьшим. Быстрее перезаряжаться. Ой, блин, на всех нарвалась. Смотрите, хорошо, хорошо бьет. Просто с другой стороны, предложат нам ли в дальнейшем еще раз, к примеру, увеличить наши хп? Мы же, в принципе, этого не знаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да вот это опасность. А сейчас мы в западне просто. Ух! Ее просто съели. Ей надо какой-то барьер. Вот у того, у первого нашего персонажа был некий барьер небольшой, который все-таки подмогал. Пока ни книга, ни наши магические лучи нам в этом не помогают. Время идет, у нас 5-й уровень. Отлично. Но здесь тоже, в принципе... Вот этот топор, ну, мне вообще не нравится. Он действительно топорный. Вот кидает вот так его вверх, типа, выкидывает. Наруч вот этот увеличивает скорость снарядов. Типа вот эти наручи увеличивают скорость снарядов. Давайте возьмем, мы просто как бы смотрим. Не более того. Так, пойдемте-ка за хп. Надо срочно, да-да-да-да-да. Сходить. И попробовать найти хпшки. Пока никак. С хпшки мы просто проседаем. Блин, а вот эти дяди, они же в конце, по-моему, появлялись, нет? Или мне кажется, что они как-то рано появились? Денюшки, денюшки. Смотрите, сколько здесь. Когда мы успеем... Ну, лучи у меня стреляют, как бы. Возможно, они... Они же типа рандомно стреляют. Куда хотят, туда и стреляют, в принципе. Так, ну да, да. Я, получается, иду, они как раз-таки назад стреляют. Блин, деньги дают. Ё-моё, ну дайте хпшку. Я все понимаю, конечно. Есть, да хоть чуть-чуть. Теперь можно идти в месиво. Не, ну нам однозначно книга нужна, ну потому что нам больше-то и взять нечего. У нас, по сути дела, из атаки-то ничего и нет. Лучи. Лучи, получается, хлыст и книга. Мы очень плохо подкованы. Мы уже не справляемся. За нами, в принципе, огромнейший табун ходит. Из мобов. Они нас при всем при этом еще и зажимают, окружают сверху. Нам бы, конечно, еще барьер на какой-нибудь, на защиту, но пока его не наблюдаю. Отлично, хпшка нам нужна. Хлыст, может быть, хлыст вторым уровнем, потому что назад бы он бил, ой-ой-ой, было бы поприятнее. Да, ну тут больше нечего брать, кроме хлыста. Да, неплохо. Так, сейчас придет богомол, он нас явно
ест. Вот эти сильные, сильные пошли. Типа некроманты какие-то, или кто это? Но там много у нас опыта. Надо как-то этот опыт забирать. Супер, отлично. Ну мы здесь хорошо, кстати, набрали. По кругу мы ходили. Они, в принципе, не такие быстрые. Супер, прокачались. Но опять у нас хлыст. Либо книга. Давайте еще книгу жахнем. Если бы книга, конечно, не вот так вот вылетала на секунду и исчезала, а была бы более постоянной. То это было бы намного круче. Она бы была как некий щит у нас. Но вот у нас нет такого типа щита, или как бы его обозвать-то. Ну, смотрите, они просто жесткие, эти некроманты. Я зря сейчас собрала, кстати. Мы их вообще не можем убить даже. Они просто с 3 стадом идут. Соответственно, у меня и опыта нет нифига. Это как-то тяженько, тяженько. Что это? Заморозка. Так, а время идет у заморозки? Ага, не было показано, идет ли время. Это худшее. Меня, короче, застали врасплох. Ну вот этот персонаж у нас продержался, получается, всего лишь 7 минут. Я думаю, надо какой-то гайдик, наверное, собирать правильно. Получается, у меня было мало каких-то неких атакующих, но мне, в принципе, не предлагали их. Был еще топор, но он мне максимально не нравится. Типа он кидает его и спрятывает. Ну, здесь, наверное, была ошибка. И здесь я просто собрала с собой большую массу, и на меня получается еще одна масса, и я не успела вниз убежать. Но я думаю, в принципе, мы поиграли. Это получается такой некий маг, я так поняла. Делится здесь на класс или не делится, маленечко непонятно, потому что, в принципе, у нее есть хлыст. Хлыст у нас был и у первого, получается, персонажа. Также у... В принципе, вот эта магическая, да, атака, типа, она была и у первого. Мы тоже брали. Книга также была. И топор попадался нам. В принципе, другого что-то нового не было. Единственное, у первого у нас был некий барьер небольшой, он хотя бы какое-то мгновение защищал нас, да, а здесь у нас тут не попадалось таких вот моментов. Это все-таки какой-то некий рандом. С другой стороны, мы также можем постепенно прокачивать то, что нам предлагают. Получается, здесь вот в начале, да, мы, получается, можем вот апаться, у нас тут 200 монет, мы можем хпшку, ага, хпшка сильно много, но тут как бы фармить не перефармить, 220, ага, тоже 220, 900, 330, удача 660, ну да, в основном, я думаю, первоначально, наверное, надо в большинстве своем фармить монетки. 11 тысяч, ё-ма. Да, в основном надо, наверное, фармить монетки, а не открывать, в принципе, персонажей, да? С другой стороны, первым мы неплохо так-то прошли вот с этим барьером. И еще бы побольше ему атаки. Например, сейчас у него будет уже, да, атака. И, например, мы возьмем армор ему, да, еще? А, нет, армор у нас не получится. А, смотри-ка, мы можем взять хпшку восстанавливать. Но она нам, в принципе, что-то даст. Кулдаун. Ну, это все дороговато. Сейчас мы, в принципе, ничего такого сверхъестественного приобрести не сможем. Кроме, да, кроме этой хпшки. Ага. Мы можем еще вот эту вот купить, да? Мы можем еще купить... Получается жадность. Получает на 10% больше монет за ранг.
Ну, кстати, да, больше монет за ранд на 10%. Ну да, будем, короче, сумасшедшими, возьмем на 10%. Так, я думаю, что все-таки уже в следующий раз мы пройдем, и посмотрим, как в следующей серии мы все-таки поиграем за Антонио. Мне как-то он пока что больше как-то понравился. Ну, не знаю, будем чередовать, копить на следующего все-таки, да? И поиграться все-таки всеми, кто нам предлагают. В принципе, денежки-то можно собрать. Тем более здесь сотка, да? 110. Ну, в принципе, и 550. В принципе, это не сильно много. Так что, ребят, всем спасибо. Всем до новых встреч. Обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, пишите комменты. Ну, а мы продолжим. Если вам, конечно же, игрушка зайдет, буду ждать вашей отдачи. Мне пока она понравилась, очень залипательная и забавная. Все, всем спасибо, всем до новых встреч, пока-пока.